Глава республики посетил территорию, которая в последнее время используется как вертолетная площадка. В этом обходе к руководителю региона присоединились сенатор Билан Хамчиев, мэр города Беслан Сычуев и представитель пограничного управления. Юнусбек Евкоров определил два участка для двух вертолетных площадок и поручил их соответствующе подготовить. Также ряд поручений касался парковой зоны близ башни Согласия и этнопарка.